И вновь, дорогие друзья, приветствую вас на своем канале «Сам себе бензомастер». Сегодня вот в ремонте такая вот пила. Ну, причина — не заводится, как обычно. Давайте сделаем с вами диагностику ее для начала. Проверим поршневую. Ну, а потом будем смотреть дальше, в чем проблема. Выкручиваю свечу. Свеча рыжая. Возможно, здесь проблема с поршневой. Сейчас мы с вами и посмотрим. Обычно вот при таком виде свечи очень часто бывают проблемы с поршневой. То есть инструмент перегревают, поршневая сгорает. Вот сейчас посмотрим. Тут уже, я так понимаю, кто-то уже пытался что-то делать. Потому что сорваны винты. То есть диагностику поршневой мы делаем, как всегда, снимая оглушитель и смотрим на поршень с цилиндром. Ну, поршень чистый, поршень идеальный, в принципе. Значит, проблема здесь не в поршневой. Что ж, будем делать дальше. Диагностику системы зажигания. Посмотрим регулировки карбюратора. И попробуем ее завести. Так, почистим свечу и посмотрим на искру. То есть я прислоняю. Можно так вот металлический какой-то предмет на цилиндр положить. И проверим искру. Зажигание включили. Искра хорошая. Проблем с зажиганием нет. Проверим регулировки карбюратора. Регулировки карбюратора здесь должны быть 1,5-1,5. Вот сейчас мы это и проверим. Винт L 1,5 и винтаж 1,5. Сейчас мы проверим. Два оборота было, я поставлю 1,5.
3 оборота винт H я поставлю тоже 1,5. Ну и винты немножко закручу. Проверяю, как работает карбюратор. Так, топливо есть. Подкачаем праймером, проверим, как работает праймер. Праймер работает. В принципе, попробуем, давайте завести. Пила чихнула, заглохла. Я сбрасываю газ, заслонку. Открываю и пробуем завести. Пила заводится, но проваливается при увеличении, то есть когда я нажимаю на курок газа, она проваливается. Я сейчас попробую ее просто подрегулировать. Завожу и регулирую. И все. То есть проблема была в том, что карбюратор надо было подрегулировать на этой пиле. То есть я изначально поставил 1,5-1,5 оборота и потом немножко винтом L открутил его на 1/4 оборота, добился максимальных оборотов на холостом ходу. После этого я выкрутил винт T, чтобы ей снизить обороты холостого хода. То есть я винтом L качество топливной смеси на низких оборотах выставил, а потом винтом Т просто холостой ход. В принципе, пила работает. Проблем я здесь никаких не вижу. Вот. Заявленные о том, что она не заводится, что ее что-то заклинило. Ну, как видите, мнение ошибочно. Скорее всего, что не умеют заводить бензопилу. Поэтому она поступила ко мне в ремонт. Вот такое вот короткое видео. То есть основное это мы сделали, скажем, диагностику и регулировку карбюратора. В принципе, с этой пилой все. Можно ее отдавать в работу. Вот. Масло подается и достаточно хорошо подается, как видите. Течет. Насос подает масло. В принципе, на этом видео все. Вам спасибо за внимание. До новых встреч. И подписывайтесь на мой канал YouTube «Сам себе бензомастер».